Курагинский краеведческий музей приглашает жителей и гостей района на выставки, посвященные событиям 1917 года. Один из разделов выставки рассказывает о февральских событиях, о социал-демократах, отбывавших ссылку в Курагинской волости, Стасовых, Лепешинских, Курнатовском. Здесь также можно узнать о героях Первой мировой войны и познакомиться с фотодокументами и экспонатами тех лет. Отдельный раздел выставки рассказывает об Октябрьской революции и ее последствиях, гражданской войне, коллективизации, денежной реформе. Особого внимания заслуживают экспонаты с историей. Гармонь 1913 года, куртка чехословацкого солдата времен гражданской войны, буденовка и кобура нагана ручной работы, казацкая сабля. На выставке можно узнать о героях тех времен, лидерах белого движения и партизанах-земляках. Отдельный раздел выставки посвящен вдохновителю и организатору Октябрьской революции Владимиру Ильичу Ленину.